на всякий случай делаем локальную запись, вдруг игра будет хорошая. Короче, подходит к концу. Последние два матча осталось доиграть в групповой стадии WCG 2019. С вами Михаил Анжимайкер. 40 лет мы комментируем Warcraft. С какого-то там 2003 года. Лавлиет против Сайда. Повторю еще раз, неважно вообще, кто победит, кто проиграет, ни один из этих игроков уже не претендует на выход из группы. Увы. Все. Но они сражаются, они должны доиграть. Twisted Meadows. Первый раз на этом турнире ТМ. Вообще, крайне редко ее выбирает. Хороший бёрн на 76. Очень бесячий бёрн. И добил, и взял амулет. Вот это лавлиет, вот это контроль. Старается, как будто, знаете, за квоту играет. Дима очень резвый. Ботиночки такие у него еще скорости. Сколько матчей будет сегодня? Две серии, насколько я понимаю. По расписанию две серии. Следующий должен быть поинтереснее. Там Тиаш против Муна, насколько я помню, да? Штурмуется экспанд Сайда. Его там и тележку он потерял, его харасят со всех сторон. И Акалиты еле живут, вы посмотрите. Еле живут Акалиты. Ох, синхронненько умирают вместе с Зиггуратом. 51 лимит, это лимит показывает колоссальный опыт человека, который играет в Warcraft. Он философски относится к ограничениям и... Уже 52, видите? Налаживается потихонечку жизнь. Ничего страшного. Главный экспант работает. Полуфинал и завтра в 4 утра спрашивают. А я вот не знаю, в 4 или в 5. Китайцы любят на самом деле стартовать. Прям вот как вот работа заканчивается. Или там, например, смещается рабочий день там на выходных. Они хопа и на час смещают время старта турнира. Начинает, например, пораньше или заканчивает попозже. Я вот не знаю, как реджув на реджуве. Стакается просто, быстрее лечится Демон Хантер. Отлично. Ой, какой койл, вы видели, какой койл? Обычный койл летает в плеча. Закапываются финды. Черт, ногу сломит. Непонятно вообще, что происходит. Медведи, тролли. Сайд решает, что нет. Я тоже не понимаю, что происходит. И телепортируется. Неожиданный ход, неожиданный. Вроде все были живы, но нормально. Хороший график, давай теперь стримы в такое время начинать. Я сейчас зашел в это, за телефоном, ну, чтобы Саше позвонить. Ну, вы знаете, мы с ним общаемся, довольно часто друг другу звоним. Вот, зашел телефон в спальне. И как вы думаете, что я там обнаружил? Давайте подсказку. Кто там лежал попой кверху? Ладно, все. Не будем. Уже лишнего говорим. Медведи. Что ты меня так смотришь, Баста? Не медведи. Крипинг идет. Ждем, когда... Кошак. Кошак. Почти правильно. Саша, нет. Бампер, неожиданно хорошая шутка. Прям хорош. Вот Сайд любит, смотрите, он чешет левой рукой голову. Вот, он периодически как будто и не играет вовсе. То есть там корейцы тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык перебирают, там АПМ у нас там 300. Все хорошо. А он там то бороду почешет, то за ухом почешет. Иногда он даже обе руки отпускает. Ну, как бы еще не все. Еще не закончил играть, но... Саша не простил, стрим упал. Да ладно. Как так? Увидимся вечером, короче, я пишу.
на PUBG лиге. Не, я так меньше в любом случае. Возможно, только участие. Я надеюсь. Я надеюсь. Is under siege. A player's forces are under attack. Нормально. Спасибо. Да, я захожу там, и в час пишет ледокол. Работает в ЦОДе, возможно, проблемы. Цыган, норм. Проведем работы. Так, друзья, третья Варден. Там, кстати, вы можете переключиться на плеер, прости господи, Ютуба или Твича. И временно посмотреть, потому что ретрансляция, судя по всему, идет. Спасибо. Эльдар написал, да черт, сейчас верну все. Угу. Молодцы, молодцы. Нет, там, конечно, важная работа. Класс. А в это время, возвращаемся к игре. Я все, что мог, сделал. Арча умерла, кстати, при телепорте, увидели, так что-то... А, видимо, он освобождал лимит 80, я понял. Гулик штрафует, но стреляет-то по разным гулям, ну ё-моё. Так долго он собирался с мыслями, по кому же стрелять. Но Гулька не уйдет, конечно. Или уйдет. Под Френдзи же еще скорость перемещения апается, нет? Недокументированная. Догнала. Все-таки догнала. Мне всегда казалось, что все-таки апается и скорость перемещения, в том числе, у гулей. Продолжаю выбрасывать в чат. Особенно для тех, кто, собственно, не видит, что происходит. Текстовая трансляция, все дела. Варденка получает левелап. Ну, такое впечатление, что Лолайт делает все, что хочет. Вот. Но так оно и происходит, потому что сражение идет там 3-4 базы против 1-2. 80 лимита против 60. Димке плохо. Ой, в смысле, Деке плохо, извините. Димка высасывает ману. Должно встать. Ребят, проверяйте. Проверяйте, мужики. Должно встать. ГГ как раз. Ну, вовремя. Отлично. Хорошо. Хорошо. ГГ. Так и живем. Смотрите, какой-то любопытный китаец сзади подсматривает. Пристроился, смотрит на нас. А, все. Нет, не все. Да, все встало. Подтверждают, мужики. Проверил, встало со стримом, что. Говорит, там все. Извините. Ждем. Ждем, когда позвонит Саша. Ждем вторую игру. Вот. Ждем звуков. По крайней мере, Beyond the Game. Как-то без этого совсем нехорошо. Сегодня вечером будет какая стадия турнира по PUBG?
Сегодня и завтра последние квалификации. То есть, если вы хотите... Смотрим моменты. Вначале приходит Димка, его пытаются окружить. Казалось бы, ничего сложного. Ой. Ну, кстати, он был уже окружен в той ситуации. Нова. Еще попытка. Ну, понятно, у Сайда... У Сайда были проблемы. И тут хоп резко. И 70 лимита. Три героя, медведи. У эльфа половина карты. И хоп и ГГ. Неплохие моменты выбрал режиссер. Все стало понятно. Хабк интересуется в чате специалистов, как азиатку затащить в комнату отеля. Накидываем версии, друзья. Я бы нашел сначала второго пилота языка местного, который знает с китайский и русский, у которого есть опыт общения с местными. Потому что насильно ты ее можешь затащить, но... Вот. То есть она должна тебя как-то понимать. Второй вариант это чтобы она понимала по-английски. Но тебе тогда нужна хай-левельная китаянка. То есть китаянка, которая занимает... Которая знает английский, стало быть, она продвинутая. Вот, это уже сильно сужает зону поиска. Какие у нас еще варианты? Ну, вариант вспомнить, что ты девушками интересуешься, тебе интересен Warcraft. Какая там была цитата? Вот, ну это как-то... Ну, видимо, отыграл уже, можно... Дорожку из суши к номеру. Интересно. Сказать, что в номере спит Хэппи. Ну или сидит Хэппи. Можно через косплей Архмага подкатить. Да, подкатить, подскакать. Да, идея с косплеем... Ну так, с плейшем делать нечего все равно. Сейчас пошел бы на косплей-шоу. Все, борода, конь, вперед. Там предлагают ставить под ней экспанс сразу же. Хавку точнее. Главное ставить экспанс с защитой. Рудийную башню с картичью готовь. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот завтра у него плей-офф. Нет, чтобы там взять пачку демок, посмотреть, как играли, на каких картах, что будет кто черкать. Посмотреть, может, с кем-нибудь катнуть костомочки из местных. Понеслась. Демон Хантер первым героем. Лалайт себя чувствует весьма и весьма комфортным. Выпадают P6. Нет, Warden, эти игры вообще ничего не решают. Именно поэтому мы комментируем абы как. Потому что интерес не придумаешь. Его можно, конечно, сымитировать, но... Я и не хочу, и не умею. У меня все естественно, понимаешь? Все естественно. Они оба не выходят. То есть это даже на позицию не влияет. Player 4
Решает только игра последняя Муна с тяжем. О, черепаху можно открыть сверху. А черепаха сама открыла. Ой, там гулька какая. Диспол. Блин, вот сайт. Вы видите, как грамотно окружает. И даже гульку спас. Очень красиво расконтролил. То есть он подблочил первый раз, когда это вышла черепашка. Подблочил второй раз, когда скелетов поддиспелили. Все это время кидал нормальные койлы. Очень красиво отыграл в этом микромоменте. Очень красиво. То есть в результате там остаются 4 гули, которые держат каждое свое направление. ДК, который периодически кидает койлы. Красиво. Лавлет уже не вышел, да. А вот что там по очкам у Муна будет, это влияет на посев, действительно. Васильевич говорит, зато сейчас смотрю, как белый человек, а не в 3-4 часа ночи. Да, Дальний Восток, конечно, рад такому внезапному изменению расписания трансляций. Хорошая разведка. Только начинает крепиться, и тут же Demon Hunter. Это вообще кошмарный сон. Уже с виспом сразу. Ой, какой диспел! Шикарно! Три скелета, ДК. Ну, захватил еще, конечно, сплэшем своего. Но... еще добил. Идеально просто отыгрывают. То есть... идеальная разведка, идеальная подготовка. Не просто там синхронно подошли, там Димка с арчами, еще висп рядышком, все четенько. Очень хорошо отыгрывает Лалайт, в том числе. Поспите чуток до вечерних квалов. Да я точно посплю, вы что? Конечно, посплю. Уже 8,5 часов сидим. 8,5 часов. Гаргин, тут драконы. И фонтаны. Поэтому гарги. То я уже клюю. Конечно, бутербродов подъел. Кофе немножко попил. Саша позвонил. Но спать все равно хочется. Так, Крип Джек легкий идет. Ой, опасный момент, там нормальный лимит, где-то 36 у... Ага, 36, конечно. 36 в скобочках 30. У Сайда. Окружает прекрасно панду. Я не знаю, нужно ли это или нет, пока еще не решил. Теряет две гули на этом прекрасном муве. Панда в результате выходит из окружения. Даже арчи выжили. Ой, какой койл. Это как будто был байт от панды. Типа, я не подлечился до конца. Минус три гули, панда живая. Рыцарь унижен. Вынужден диспо. 4 гарги. Ну, сейчас можно собрать, конечно, пару драконов с таким количеством гарг. Но что дальше-то делать? Лалайт не из тех, кто не знает, как играть против андеда с гаргами. Правильно ведь? Почему-то подхарасить решил. Вместо того, чтобы собирать артефакты ценные. Да, харасит виспов. Видит Т3. Да, Дима тут шикарно просто загоняет. Буквально загоняет деку на базу. Тут крипинг. Ничем не рискует особо. Лалает, потому что...
Потому что вытанковывает нормально барак. Правильную гаргу выщелкивает. Да. Все честненько делает. Еще бы экспант втыкнуть. Желательно, скорее всего, даже центральный. А кто помешает? Просто дыхнуть. Почему бы? Да, засплитил очень хорошо сайт гарг свой. Панда получает уровень. Минус первый висп. О! Как вы думаете, кто это звонит? Длины пары дыхания там совсем по небольшому количеству людей попало. Уже Димка с арбой. Соленова готов отваживать. Неважно, какое количество гаргуль. Стреляем по разным целям. Легко. A player's forces are under attack. Все так криво. Огр тоже выбегает из окружения. Зря мы, что ли, тут выставляли. Ну, надо подблочить. Ну, надо же подблочить, панда. Ну, хороша. И выпадает. Барабаны. Вот я бы тыкнул сразу здесь экспанд прям по центру. Можно даже с протектором. Мега важная точка. Особенно против гарг. Угу. Холмтемплар. Да, я все прочитал, но не, надолго эту тему сейчас поднимем. Хорошая машина, согласен. Я уже думал, она умерла у нас спустя там 6 лет работы, сколько она у нас есть. Ну, ничего, промыли, прочистили, все как новенькое. Косяками летают гарги, пытаются найти слабое звено, кого-нибудь подрезать. Да, пожалуйста, протектор, экспанд, все, давай. Самая большая проблема с гаргами — это то, что, ну, они реально долгие. Тебе, чтобы с ними совладать, нужно и хорошую прокачанную панду, и желательно, чтобы у тебя был экс. Отбиваться от них постоянно нужно. С непривычки, конечно, вот как только гарги появились, какого-нибудь Мэтфрога, он всех эльфов учил играть против себя. Они долго и мучительно учились, умирали, учились. К сожалению, экспанд был отменен. Ничего страшного. Зато крипинг идет, робов маги. Панд наполовину четвертая. Димка спокойно принимает. Харас. Разным стреляет. Прям с... контролит, лалает своего Димку. Арбу, конечно, не передает, но... видно, что понимает, что почем. Очень битые гарги, отравленные. Периодически убивают виспов. Я не знаю, что сейчас делать. По-хорошему, нужно собрать последние желтые точки. Причем начинать с дальней нужно лалайту. Именно с экспанда вражеского. Ай-яй-яй-яй-яй. Димка крепится, выбивает мелочевку. Дрядки греются у фонтана жизни. А тут готовится экспанд. Вот эту штуку нельзя давать делать. То есть это дефолтная вещь, которую надо просто постоянно проверять, не пускать. Потому что, ну, та же самая тема, что ты с танками. Дашь поставить, потом козами не пробьешь. Потом придется еще 10-15 минут играть, пока эта база будет. То есть лобешник тебе с трудом удастся это все ушатать. Но грамотно, грамотно действует лалайт. Он без разведки приходит на экспанд. Четко. Ну, чуйка. Профессионал.
получает четвертую панду, получает артефакт. Гули там еле живые ускакали после первого же дыхания и паров. Протектор и экспанд. На этот раз в правом нижнем углу. Тоже ожидаемая вполне тема. Должен проверять сайт такие вещи постоянно. Лимит у него неплохой, но он никаким образом, просто никаким образом не сможет таким составом войск против четвертой панды что-то сделать. У него всего один свиток. Соответственно, он переживет дыхание пары, а на третий раз у него начнутся проблемы. Хороший бёрн, успевает, правда, кинуть койл. Димка довольно-таки битый. Такое впечатление, что ДК хочет типа таймингово запушить. Возможно, даже придется Лалайт отменить базу, но просто потому, что ее... Ну, не успевает он просто вовремя прийти, к сожалению. О, нычку не отменил. Вот, ну как? Арча парит новый эксп. Атака скорее для отвлечения внимания. Очень грамотная. Очень грамотная. Ледокол пришел, что-то как тут у вас... Ой, да. Расскажи, Ледокол, как... Что случилось? Что, как такое произошло? Что трансляция почему-то прервалась? Ой, смотрите, тут дрядки уже терпят. Адгарк. Правда, там протектор. Можно на развороте, кстати, было протектора забрать. Только надо гаргу, да, было эту. О, это байт, скорее всего, тоже был такой хороший. Ну, типа, недорого поставить, отменить. А если подберется, будет неосторожно, то можно еще одну гаргу подрезать. Она как протектор стоит. Это гарга. Так, одну увидел красненькую, подрезал раз. Бедный сайт. Он пытается, старается. Перезагрузил драйвера на сервер, так как падал один из портов флаг. ACP, драйвер перегрузился против сайта, писал в обычном режиме. Угу. Так. Не, ну а как во время ВЦГ-то работы проводить? Или не должно было ничего упасть. Не-не, нормально все будет. Выкатим в пятницу вечерком. Что может произойти? Хотел еще 100 раз жива, на котором статика выключить. Посмотреть, но передумал теперь. Да, вот, может быть и правильно сделал. Так, ну, сейчас мы видим, как пытается создать напряжение в... В самых разных местах сайт. У него местами это получается. Как вы видите, отменяет шахту, выигрывает время. Перекопать нужно один протектор направо поставить. Так. Мне сказали, что через 40 минут в Цоди люди. Я решил не пускать такую возможность. Ну в Цоди вообще не ступала нога человека. Это шанс. L Forever говорит, не, ну это бан. Согласен, забаньте L Forever до конца стрима, по крайней мере. Я не вижу вообще серьезной угрозы для Лалайта, кроме потери по времени. То есть, да, он ошибается периодически, но больше проблем, конечно, у Сайда. Гораздо больше проблем. У него похуже герой, у него хуже экономика. Вот оно дыхание, сейчас должен быть свиток. Свиток должен быть у деки. Свиток же сейчас... Нет? Или он уже потратил свиток? Пятый ДК. Третья аура, скорее всего, будет даже. А не койл. Ну, потому что первый Димка, что там у тебя маны, как правило, не бывает. А мобильность, она очень решает. Особенно для гарка. Зато не будем теперь перезагружаться вечером. Может, даже дневскую задержку вернем. Yeah.
наши страдания были не напрасны, друзья. Заходят герои. Да парочка кос на экспанд. Маны у панды уже не хватает. Слушайте, а сайт еще может под это самое. Сейчас, если он нормально базу свою... Да, второй койл. Ой, перебежал немножко, перебежал. Видите, какие гульки резвые. Это все третья аура. Фэ, фишечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть только не хватило. Слушайте, а неужели... Нет, не может такого быть. Да нет, ну став. Да не, ерунда какая. Не может... Не может Лалай такую игру отдать. Хотя на руках сейчас 800 голды было. А здесь сайда нельзя сражаться. Знает ли он об этом или нет? Похоже, что нет. Рядом магазин. Панда такая все пропивает. Гули почему-то пропадают. Куда-то все гули пропали, кроме одной. Великолепный блок. Что это такое? Ливаем? Да, он чешет бороду, это... ТП будем прожимать? Будем прожимать. Я одной рукой продержал ТП. Улыбается там что-то. В плечи поднял, выдохнул. Ну что ж ты так? Ну, стримчик бы послушал. Мы просказали, когда надо сражаться, когда нет. Хоть, наконец-то уже поставил базу. Думаю, ну сейчас затянет еще. Карта маленькая. Потом за центральную каким-нибудь образом посражаться. И все. И все, ничего страшного, что там пятый демон, пятая панда. Главное, что подрезаем тоже аккуратненько туда-сюда. Или почти шестая, там уже панда. Кажется, почти шестая. Вот сейчас придется сражаться за экспанд. Плюс 33 урона немножко у демона. А Калит офигевает просто с трех ударов. Убивает почти с трех ударов. За экспанд должен сражаться сайт. Но его гарги немного не в том месте. Там очень хорошее количество, такое крит-количество, которое позволяет с одного выстрела убивать... Ой! Затаунтил двух гаргщик. Не, неплохо, отвлек. Странно, что Лалайт не забил на этих оставшихся виспов. Ну а зачем они ему? Подзаказал на экспанде, там протекторы как раз стоят. Что вообще эти виспы делали на мейне? Кто скажет? Давил бы спокойно экспанд. Делает Mountain Giant'ов и для того, чтобы привлекать внимание гард. И для того, чтобы проще штурмовать зигураты. Главным образом для второго, кстати. Потому что главная проблема кос — это неумение работать с бетоном. Вместо урона, условно, там в 100 они наносят... Где-то двадцатку. Учитывая то, что яд не работает, и они еще штрафуются, плюс там еще 5 армора, в общем. Даже меньше. Раз в 6 они штрафуются по факту. Соколик, привет. Начинается битва. Прекрасные винные пары, прекрасное дыхание. Почему-то не было формы у гарк. Они начинают потихонечку гаснуть. Как, в общем-то, и гульки. Какое дыхание, ё-моё. Сразу три гули и синхронистки умерли. Таунт идет. Козочки работают. А когда там шестой Дима? Нет, Дима еще до шестого долго. Еще одно дыхание можно сделать. Ой, хорошее. Падает две гарги. Свиток лечения прекрасный. Уже не важно. Манобер на 150. Полминуты максимум. Хотя андет может отступить. Да, все, ГГ. Короче, интриги 0. О, можно с вами сфоткаться? Да, можно. Я красавчик. Как вас зовут? А можно я сразу... Нет. Так, все, нет, ладно. Они фотографируют экран. Фотографируют количество очков. Выходит Лалайт. Улыбается, пожимает руку. Он улыбается в любом случае. Он проигрывает, улыбается. Он выигрывает, улыбается.
И у нас перерыв.